Среди погибших дети, которые приехали отметить начало каникул. Еще 48 человек пострадали, 12 из них остаются в больницах. Очаг возгорания находился возле кинозалов и детских игровых площадок с аттракционами. Один из них загорелся. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он направил главе Кемеровской области Аману Тулееву телеграмму со словами сочувствия. Произошла страшная трагедия, унесшая десятки жизней людей. Погибли дети. Невосполнимая потеря и горе для всех жителей страны. Равнодушных к беде нет. Скорбим по безвременно ушедшим, соболезнуем родным и близким. И по поручению Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае проведут проверки всех торгово-развлекательных центров для выявления нарушений в пожарной безопасности зданий. Контролировать эту работу будет первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.